такая история у нас произошла, просто невообразимая, вообще капиталистическая. Ща я вдруг сделаю крутой. Опа! Оп! Короче, в Калининград вот такими движениями пришла осень сегодня, капитально. Все, короче, желтое стало, просто такое, что вообще не могу сказать, ни рот обязать вообще ему. Я, в общем, что, смотрел я передачу по Первому каналу, им там движениями рассказывал, рассказывал, что осенью, чтобы не болеть, нужно кушать много витаминов, потому что осенью кончаются витамины, они очень дерзкие. Вот, холодно вообще бойцам, всем шмайцам, бойцам, короче, нужно, короче, вот так греть еду, чтобы теплое было вообще. Мы сначала думали готовить чебуреки, но потом мы пришли к выводу, что в лесу не взять чебуреки. Там уж в горах, вы видите, горы, горы, шморы. У нас тут только барашки, шмарашки и чебурашки водятся. Что самое удивительное, мы заметили, что после взрыва Фукусимы барашки начали нести яички. И эти яички мы попробуем сегодня зажарить. Наши слушатели спрашивают нас, что нужно для приготовления. Это кто такие вопросы задает? Мы все знаем, я вам сейчас все объясню. Нужна первым делом бутылка, вторым делом ложка, третьим делом нам нужны плашка, губки, да? Котелок и яйцо. Даже самая необразованная домохозяйка, она знает, что для приготовления яичницы что нужно. Что нужно? Огонь! Нужен костер! Опа! Теперь мы жарим яичницу! Ну вот мы видим, что оно, видимо, по всей видимости приготовилось. Сейчас мы его достанем и продегустируем же. Сейчас уже дегустируем, уже вкуснятина просто готова. Блядь, что-то, блядь. Походу нас наебали, кинули нас, а? Дидё можно кушать. Красавчик, за маму, за папу. Ах, вкуснятку кушаешь, да, вкуснятку. Ах, 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 давай, давай, давай. Оп, 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 красавчик. Ну как? Что-то Магомеду хуёво стало. Говорит, что с керосином нихуя не вкусно. Магомед там. Да, жопа грустно, да? Жопа грустно, когда яйцо невкусно. Давай, чё, нормально? Эх, эх, эх. Эх, опа! Ах, ш, ох, ш. Вот такой кулинария, там водичкой запиваешь, можно кушать, слушай, да? Значит, мы пришли к выводу, что если так не получается, то можно сделать кулинарический шедевр. Кулинарический шедевр заключается в том, что он очень кулинарен и шедеврален, понимаете, да? Сначала нам нужно отделить желток от белка. Вот как это делать, спросите вы, да? А я вот знаю, это законы физики вообще. Просто я просто учился, школа там делят желток. Раздваиваем яичко, и мы видим желток, и, блядь, это не белок, это какой-то рот. Суть его заключается в следующем. Мы берем бутылку, да? Вот так надавливаем на нее, говорит, и сейчас яйцо берем на болевой. Яичко такое борзое, сидит дерзкое, думает, а не разделишь меня с белком, да? А я ему, опа, болевой делаю, оп, 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 рот сделал. Видишь, да? В капкан. Капкан, жопа, кан-кан. И вот это у нас белок, рот белок. Черпаем ложечкой желточку, белочку там. Оп, героиновое молоко. Белёк, желток там, просто. Делёк, шмалёк. Грейся. Да ёб твою жопу. Бля. Да ёба, блядь. Блядь, руки все липкие стали, блядь. Да блядь. Да блядь, сука. Ну пошла ты нахуй! Не работает этот метод. Я хотел блинчиков нажарить из этого самого, но, бля, нихуя! Зажигалки просрали. Способ не работает. Остался последний способ. Просто яичницу готовим. Тактическая яичница. Тактику. Короче, первый слой — это обычное яйцо. Сейчас мы его раздербаним. Добавим туда макарошки, просто мам будет вкусно. Макарошки, жопа, сережки. А потом сюрприз вообще рыбный, просто томатный сюрприз.
еще говядины там. Мага вкусно пахнет, да? Говяжью какаху шмаху ляху. Кинжаль. Жопа, соски нажаль. Смотрите, как вкусно, дорогие мои карапузики. Берем жемчуг, шмальцов. Сюда его. Опа! Да пошло оно все нахуй. Пиздец. Не, просто, блядь, желток единственный, блядь, остался, в жопу, блядь, просрали, нахуй. Ёбаный, блядь, нахуй, блядь. Ёбаный, блядь, капиталист, ёбаный коммунист, блядь. Блядь, я в печали. Да едьте уже вниз. В какое мы время живем, вы понимаете? Если уже даже желтки разбиваются. Не говоря уже о том, что блевота наша не жарится нихуя. Путин во всем виноват. Вот помяните мое слово. И коммунисты тоже обосравшиеся. Из-за них желток и упал, блять. Ну, блять, ну я обиделся, пиздец. Ладно, сейчас дегустируем, короче. Просто поедем. Поехали, ребята. Бля, что-то запах есть приятный. Да похуй. Дегустируем нашу вкусняшку, машку, няшку, ляшку. Не, вы только взгляните на это. Ооо, какая вкуснятина. Аж пригорела, блядь. Там что, и рыба, что ли? Да ты что думал, я говорю. Бля. Напряженный момент. Какая хуйня. Не, нахуй, я не буду, я продвистаюсь. Я выберу. Заебись, керосин. Только не проглатывай сразу, осознай. Но я бы не глотал. Просто, просто мах. Не, ну, бля, конечно, красиво. Выженька просто. С песочком. По-моему, это когда мимо пробегал, да? Песочек? Ну что мы сегодня выяснили? Что мы не умеем готовить? Ну что, выкидывай? Пульта шмала бульда. Бля. Эта хуйня не хочет уходить из нашего котелка. А поначалу тут вкусно было. У нас поначалу омлет получился. Хуемлет, а потом мы всякого говна накидали и сделали, блядь. А сначала реально вкусно было, нам же понравилось. Не, реально говорю. Ну пошлите и ИРП кушать, что ли, блядь. Маленький Артемка и меня с ними. И большой Ромка. И вот такой синький малюсенький Артемушка. Маленький. А я какой маленький. Артем, скажи что-нибудь. Вау, смешной такой маленький, пожалуйста.